Сегодня в Батуми стартовала Всемирная шахматная олимпиада. В составе российской сборной гроссмейстеры с мировыми именами Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Сергей Корякин, Александра Костенюк. В преддверии олимпиады Владимир Путин встретился с нашими мастерами в сочинском образовательном центре «Сириус», на базе которого открыта шахматная школа. Последние годы древняя игра снова на пике популярности. Государство помогает находить и поддерживать таланты. Большой бум идет вообще детей, которые идут в шахматы. И огромный, да, это действительно так. Да. Как преподаватель в «Сириус» могу сказать, что мы в ближайшие годы точно будем держать позицию одной из лучших держав. А местные ребята ходят туда? Ребята, местные. У нас есть из Краснодарского края пара. Я к чему? Может быть, просто сделать как, вот, и для местных ребятишек, чтобы они могли на такой ординарной основе. Не вот элитную, где вы собираете талантливых ребятишек со всей страны, а вот для местных ребят, чтобы местные дети не чувствовали себя чужими на этом празднике жизни. Хорошо.